Всего несколько дней до долгожданного юбилея. Супруги Щегольковы вскоре отметят золотую свадьбу. За полвека совместной жизни научились не только поддерживать друг друга в трудные минуты. Самой главной привычкой, считает Нелли Петровна, стало желание все делать вместе. На вакцинацию против новой коронавирусной инфекции в прошлом году супруги также пришли вдвоем. Дело в том, что мы летом живем на даче, ну и, соответственно, с соседями общаешься, и просто на всякий пожарный. Все-таки уже в таком возрасте болячек всяких полно. Решили просто вакцинироваться. И поэтому в прошлом году мы также в марте и в апреле делали именно перед летним сезоном. И в этом году то же самое решили сделать. Несмотря на временный спад заболеваемости COVID-19, медики рекомендуют проводить процедуру своевременно. Это необходимо для защиты собственной жизни и безопасности окружающих. Сделать прививку в период спада очередной волны даже лучше, утверждают врачи. Более того, вакцинированные граждане гораздо реже попадают в стационары с тяжелым течением заболевания. Нет большой разницы от вида штамма, потому что прежде всего вырабатывается иммунитет, вырабатываются антитела, которые препятствуют заболеванию в целом. Надо поддерживать общий коллективный иммунитет, это наша основная задача. На территории Самарской области в настоящий момент есть все виды вакцин. Ревакцинироваться можно любой, независимо от того, каким препаратом была проведена первичная прививка. Перед процедурой необходимо пройти осмотр врача, измерить пульс, уровень кислорода в крови, поставить медика в известность о наличии или отсутствии хронических заболеваний. Врачи рекомендуют заранее побеспокоиться о своем здоровье и, если пришло время ревакцинации, не откладывать процедуру на потом. Ольга Павлова, События.